А вот, да. Так, здравствуйте. Ну что? Что скажешь, узнаешь его? Да. Здравствуйте. Да? Ну вот мы, я обратился к Александру Григорьевичу вот, по просьбе твоего отца, Жанна Зорича, который тебя знает с детства, вот, с тем, что было тебе оказано помилование, и президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вчера подписал указ о твоем помиловании, поэтому сегодня ты уже свободный человек. Вот, то есть надеюсь, что ты сделала выводы из своей, как говорится, молодости. И при таких ошибок совершать уже не будешь, да? Конечно, спасибо. Да. Это не мне, это нужно президенту республики сказать.